Добрый вечер, дорогие друзья! У вас, наверное, утро. У нас вот такой вечер сегодня красивый, золотой. Это наше озеро, там, где оно большое. Ну, что еще можно сказать? Поют цикады, вы, наверное, слышите, они громче, чем я говорю, поют. Небо какое-то необыкновенное, и вот сейчас такое светопредставление на небе, оно меняет краски. И я не знаю, может ли камера передать всю эту красоту и объем, но я хотела бы с вами поделиться такой картиной. Это то самое озеро, куда мы отпускаем черепах, когда мы покупаем их в китайском магазине, предназначенных для съедения. Это то самое озеро, на берегу которого мы живем. Здесь у нас много живности, помимо черепах, хорошая рыба ловится. Вот людям повезло, они живут на берегу этого озера. Но нам, собственно, тоже повезло, но у них больше воды. Вот я даже уже не знаю, где небо, а где вода. Только вот эта граница между ними проходит. Кажется, что это мост, который над небом завис. Или посредине неба. И вот такие красивые пальмы здесь посажены. Необыкновенный закат. Мне кажется, здесь говорить ничего не нужно, просто любоваться. Он тает, меняет цвета, какие-то лиловые краски вокруг. Да, я не художник. Ну вот я вам заодно покажу, как тут соседи обустроились. У них здесь есть такой пирс, лодочка стоит. На это озеро рыбаки приезжают порыбачить и с других соседств. Рыбачат здесь они с огромным удовольствием. И вот по кругу дома расположены. Но не у всех есть такой выход на озеро. Видите, круги по воде, рыбка или кто-то еще. И вот здесь вот на этом месте я где-то видела надпись. Я сейчас попытаюсь разобраться, что написано. Написано, что это Lake Sioux. Вот те здрасте. Теперь мы знаем, как наше озеро называется. И вот дата 1900. Не то 36-й год, не то... Да, по-моему, это 36-й год. То есть вот эта плита такого возраста. Ну, может, вы какую-то другую цифру увидели. Я не знаю. На мой взгляд, это 36-й год. Хотя плита такая современная. Ну вот посмотрите, как изменилось небо или нет. Оно темнеет. И опять какое-то северное сияние, такие полосы в облаках. Послушайте успокаивающие звуки живой природы. В домах уже у людей зажегся свет. В Америке в домах всегда свет очень тусклый, потому что обычно рыба выпрыгнула из воды. Ну, не
такое, не 220, а 110 напряжение в сети. И, ну, они не увлекаются тем, чтобы зажигать все лампочки или по 3-4 рожка. Экономят энергии, так привыкли. Очень тусклое электричество. Но с изобретением LED света теперь все намного лучше. Он ярче и экономный. Но все равно как бы в доме при свете лампы не почитаешь. А у них масса приспособлений на батарейках, чтобы просто светить на книгу и так далее. А сейчас уже какие книги? Мы все читаем свои планшеты и телефоны. Ну, как вам это нравится? На мой взгляд, это что-то невероятное. Я хочу сказать, что там на камере кажется даже лимонным, на самом деле цвета теплые, не такие кислотные. Ну, посмотрим, как это будет на видео. И еще у каждого же свой девайс по-своему передаст цвет. Но мне бы хотелось передать эту картину. И как всегда, когда солнце заходит, я думаю о том, что где-то оно всходит над Азией, Европой, там начинается новый день. Я желаю вам всего доброго, желаю вам радости этого дня, провести его благотворно, порадоваться чему-то очень-очень сильно. Пусть этот день принесет вам радость. До новых встреч, дорогие друзья. Всего доброго. С вами была Ива Риттл.